Маленькие шапочки и ботиночки, игрушки и коляски – все, что делает беззаботную жизнь малыша счастливой и комфортной. Здесь гостеприимно встречают самых юных жителей города Щелково и их мам. В конце декабря на улице Центральная в торговом центре «Премьер» состоялось открытие магазина «Детки». Мы только открылись, у нас очень богатый ассортимент, богатые выставленные полки. Мы ждем всех, и мамочек, и заботливых бабушек, и занятых наших папочек в наш магазин. То есть мы их рады встретить, и мы думаем, что они у нас будут постоянными гостями. Подобрать праздничное платье для маленькой принцессы или найти первую в жизни кроватку для новорожденного малыша. Игрушки как от крупных зарубежных производителей, так и наши, отечественные. Ну и, конечно, столь важные в это время года теплые вещи на любой возраст. В детках заботливые мамы и папы могут найти все самое необходимое для комфорта и развития подрастающего поколения. Мы постоянные покупатели в этом магазине, нам очень нравится он, да, и ребенку постоянно можно подобрать любую одежду, и брючки, и обувь, и верхнюю одежду, и нарядные платьишки, и игрушки есть, очень много книг развивающих. Одежда у нас, начиная с, можно приобрести с рождения до школьного возраста, то есть 12-13 лет. То есть у нас представлены не только отечественные производители, хотя особое внимание мы отечественным производителям, но и импортные товары. То есть товары все качественные. Долговечные и качественные вещи – это, конечно, хорошо, однако для самых юных деток важен также большой выбор повседневных товаров. О подгузниках и питании для малышей родителям приходится думать каждый день. Важно, чтобы все эти продукты были доступными и качественными. Мы довольны питанием, потому что качественно, и не боимся за ребенка, потому что это качественно. Мы всегда приобретаем здесь питание только в этом магазине. Мы формируем ассортимент и заказ, чтобы был товар ежедневно. Это детское питание, это уход за младенцами и всеми нами актуальные подгузники всех известных брендов. Детки, магазин не маленький. Среди длинных торговых рядов сразу найти подходящий для вашего малыша подарок бывает не так-то просто. К счастью, потеряться в предложенном ассортименте не дадут опытные консультанты. У нас есть коллектив профессионалов-продавцов, которые знают весь ассортимент и которые всегда помогут и определиться с товаром, и подобрать товар для любого возраста. Для молодых семей последним аргументом в пользу выбора, как правило, становится цена товара, точнее ее доступность. У нас доступные цены, у нас существует система скидок. И в то же время подарки. Покупателям при покупке мы дарим дисконтные карты. Но у нас точно так же, если кто-то не может определиться с подарком для ребенка, у нас есть в продаже подарочные карты. То есть любой на подарок может подарить не саму игрушку там или что-то, а подарочную карту. И уже родители определятся, что купить своему ребенку. Найти новый магазин довольно просто. Сразу у входа в торговый центр «Премьер» необходимо спуститься вниз по лестнице на цокольный этаж. Ну а дальше можно приступать к поиску того, что сделает ваших деток счастливыми. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».